Привет. Всем привет. Надеюсь, вам видео понравилось и это будет для вас очень полезным. Потому что фермерство в России процветает. Этим делом надо заниматься, чтобы зарабатывать деньги, кормить Россию. Так что всем удачи. Надеюсь, что все получится. Ну, все, спасибо. Я не ожидал отвеча. Сегодня поможешь, да, до вечера? Да, все. Погнали дальше. Всем ассаламу алейкум. Доброе время суток, друзья. Как ваше здоровье, как ваше хозяйство? Друзья, видео будет для вас важным. Вот, сами смотрите, ставьте лайк и пишите свое мнение тоже. На это видео, друзья, вам показываю, как надо купать бички, чем, какие лекарства надо и сколько грамм. Все четко для вас сделаю видео. И ставьте лайк, друзья. И также отвечаем за ваши комментарии, которые много спросили. Сейчас буду купать бички, это очень важно. Много спрашиваете, какие лекарства надо купать. Лекарства, которые я сейчас купаю бички, это очень хорошее лекарство от клещ, там, чесотка, где волосы падают, волосеет, все это. Начинаем, друзья. Вот, еще купил новый аппарат. Вот лекарство, друзья. Вот это лекарство очень хорошее. И также советую, друзья, на литр вода 2 миллиграмма надо добавить. На литр вода. Давай, друзья, сейчас, ну, на горячий, на теплый вода. Сейчас же холодно. Ну, внутри ферма плюс 7, а на улице где-то минус 7. Внутри ферма, друзья. Друзья, начинаемся купать. Как я сказал, на литр вода 2 миллиграмма лекарства надо энтомазан добавить. На теплую воду. Давай. Вот так держи камеру, я купаюсь, чтобы видно. Вот так держи, вот так. Все. Туда, туда. Я сейчас купаю. Угу, угу. Ты сделай четко видишь. Все, видно. Все четко, все видно, все прекрасно видно. Да, аппарат очень слабый. Видно, да? Да, все шикарно видно. Аппарат очень слабый. Какая мурада аппарата не купила? Вот смотрите, как надо. Хорошо. Назад. Полностью надо. Thank you.
Все, брат, села, села батарейка у тебя. Вот, друзья, сами увидели, надо аппарат электронный купить. Вот полностью. Я полностью купал ноги под все, короче. Вот так надо, друзья, подвички. Как думаете, сколько это будет вес здесь? Вот другие тоже. Также дальше купаем. И потом на конце полный ферма брызгаем, короче, вокруг полностью здесь. Чё скажешь? Передай привет. Всем привет. Надеюсь, вам видео понравилось и вот это будет для вас очень полезным. Потому что фермерство в России процветает. Этим делом надо заниматься, чтобы зарабатывать деньги, как-то кормить Россию. Так что всем удачи, надеюсь, что все получится. Ну, все, спасибо. Я не ожидал отвеча. Сегодня поможешь, да, до вечера? Да, все. Погнали дальше.